уже 7 июля. Лето приближается к экватору. Наше короткое, но яркое сибирское лето. Меня тоже. На нас тоже маленько попало водички. День сегодня жаркий, но не сильно солнечный. Да. У нас легкая прогулка по летнему парку. Сегодня 7 число, Иван Купала, ребятня, эксплуатирует городские фонтаны, бесплатный бассейн. Иван Купала в Новосибирске. Не горит, не голубей уже. Ой, вот она. Бела. Надо бросать, не бросай. Иначе на тебе точно не придет. Она будет искать, уже раз бросать. Ничто. Ну, иди сюда. Заначку делай. Уже молодые брючатки появились в парке Березовая роща.